своими глазами. С 13 по 15 сентября проходит турнир в памяти заслуженного деятеля физкультуры и спорта Бехтерева Виталия Ивановича. Человека, который сделал очень много для бельского настольного тенниса. Этот человек был человек с большой буквы, с большим сердцем, который всегда мечтал, чтобы настольный теннис бельцев развивался, чтобы детки наши занимались спортом. К большому сожалению, Виталия Ивановича больше с нами нет. Наша задача делать так, чтобы память о Виталии Ивановиче была всегда. И новое поколение знало о людях, которые причастны сегодня к хорошим выступлениям. То, что сегодня есть в настольном теннисе, это частичка Виталия Ивановича. Мы сегодня стали все свидетелями того зала, который сегодня проходит турнир. Этот зал, в котором Виталий Иванович мечтал, чтобы именно в этом зале проходили такие международные турниры. Сегодня к нам приехали гости из Болгарии. Казвам се Стоян Попетров и съм тренер на националния отбор на България за деца. Стоян Попетров, националния тренер сборной България. За втори път идваме в град Белици. Участвахме на детски турнир и сега сме на турнир серията Аматур по покана на Виктор Раух и Олег Шарик. Уже второй раз мы в Бельцах на таком турнире участвовали на детском турнире и теперь уже второй раз участвуем в Аматур турнире по приглашению Олега Шарика и Виктора Раух. Искам да кажа, че сме изключително доволни от организацията, от посрещането. Турнирите са много хубави за деца, имаше във всички възрасти. Нашите деца направиха доста матчове, което е доста ползотворно за тях. Очень довольна организация, спасибо большое, дети довольны, счастливы, играли много матчей и выиграли купу медали, да, поэтому очень благодарна за такая суперорганизация. Румынии. Добрый день, уважаемые друзья, я как организатор турнира Аматур, который мы проводим на территории Республики Молдова, уже неоднократно, это наш пятый турнир, мы очень благодарны Аврааму Янку, который второй раз находится в Республике Молдова, и вот во второй раз он прибыл для участия в турнире по настольному теннису, который мы проводим уже второй день. Он является человеком огромной души, огромным спортсменом. Ему принадлежит мировой рекорд по плаванию в свободной воде без костюмов, аквалангов. Он прибыл в длину Дунай, реку, которая тянется от истока, значит, 2800 километров, это огромный рекорд, человек огромной силы, и мы имеем особое уважение, что он нашел время и возможности приехать в Молдову для участия в нашем турнире. Мы bucur să fiu aici la Bălți, în Republica Moldova, la acest concurs de tenis de masă extraordinar, care este internațional, sunt câteva țări care participă, dar de fapt eu sunt înotător în ape deschise, înotător internațional în ape deschise, am înotat toată Dunărea în premieră mondială, fără costum de neopren, în 89 de zile și chiar aici în Moldova am fost o singură dată la Chișinău, atunci când am înotat ultimii 100 de kilometri ai prutului împreună cu un moldovean, Ion Lazarenko Tiron. Dar acum sunt aici nu în calitate de înotător, tocmai ce m-am întors de la canalul Mânecii pe care l-am traversat din nou, dar am venit la frații mei de aici, la acest turneu extraordinar. Tenisul de masă este una dintre cele mai mari pasiuni ale mele. Ucraina, nu e, конечно, cu всей страны нашей любимой страны, Республики Молдова. Меня зовут Джелейко Михаил, я тренер, получается, детской команды из Украины, определенная команда, где собраны дети из Черкасской области и Одесской области. Сюда мы приехали в составе 6 человек, двое мальчиков и 4 девочки. Ну, показали неплохие результаты, заняли пару призовых мест. Очень понравилась организация этого мероприятия. Мы часто ездим по международным турнирам. Ну, этот получился один из лучших. Все очень четко организовано, очень четко выставлено судейство и сама график проведения соревнования. Так мы очень
довольны. Я думаю, будем еще не раз посещать эти соревнования. Турнир проходил в пятницу. Начал это детские возрастные категории. Начали мы с пятницы. Проводила спортивная школа номер один. Проводила в пятницу детский турнир. Виталий Иванович работал, был работником спортивной школы в свое время, методистом. И школа провела память о нем турнир. А в субботу, воскресенье уже проводит академия. В зале строитель, спорткомплекс строитель, академия настольного тенниса проводит турнир уже по системе Аматур, международный турнир, где 4 возрастные категории. Инчипаторь, Авансав, Опен и Элит. Вчера проводили 2 категории Опен и Элит. Это играли мастера, уровень спортсмена высокий, очень были захватывающие поединки, всем зрителям, болельщикам очень понравилось. Первое место занял мастер спорта Вадим Пилипончик, неоднократный чемпион республики. Второе место занял болгарин. И третье место представитель Румынии, я. Очень интересный турнир прошел на хорошем уровне. Также категория Open очень была захватывающая. Сегодня мы станем свидетелями категории Авансас и Чипатори. Очень много деток маленьких, это тоже радует. И людей уже возрастная категория, которая за 60. И есть у нас и за 70 возрастная категория. Это очень приятно, что все возрастные категории поколения от мала до велика. Я первый раз играл на чемпионате республики среди школьников в 63-м году. Это 60 лет назад, когда мы играли. Еще до сих пор Валя живая, Валя Юпосовая, с которой я играл. А двое тех уже нет. Мы выступали, тогда заняли, по-моему, не то 4-е, не то 5-е место. Это был в 9-м классе где-то. Стараюсь. Пока не смогу ходить, и в туалет меня не несут, а я сам иду, то я буду все играть. Это основная задача, побольше привлечь людей к спорту, к настольному теннису. И плюс настольного тенниса, что можно играть в любом возрасте. В общей сложности за 3 дня, то, что мы проводили турнир, около 200 участников. Sunt reprezentantul Amatur România. Am venit la 5-a ediție de campionat de tenis de masă la Bălți. Este un concurs desfășurat cu peste 100 de jucători, cei mai buni jucători din 4 țări. Este un concurs internațional. Grație conducerii clubului, directorului sportiv Raul Victor și antrenorului emerit Șaric Oleg. Îi felicităm, au reușit să facă o treabă foarte, foarte bună aici. După cum vedeți, sunt foarte mulți copii astăzi. Astăzi are loc un concurs de hobby și avansați. Ne bucurăm că sunt atât participanți, atât de mulți participanți. Bravo lor că fac sport. Îi motivăm să fie în continuare un bun sportiv și să facă performanță la Bălți. Felicitări, Bălți!